Еще удар. Не, ой, блин, я, мне показалось, как будто Тенон-то был ранен. Так, у нас, по-моему, у нас убили малыша, боже. Мы потеряли маленького Тенонта. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием The Isle of Rima. Честно сказать, давно я в нее не заходил, были какие-то изменения, сейчас мы это все посмотрим. Особых изменений как бы здесь не произошло, можете, в принципе, посмотреть у меня прошлые мои обзоры и видео. Ссылочки оставлю на них в описании. Так, вот такой вот у меня уже почти взрослый Тенонта, давай посмотрим на его статистику. Так, мне удалось с хэтчлинга вырасти до Джува, это круто. Так, и самое, конечно, прекрасное, что я появился здесь не один. Где-то у нас неподалеку бегают еще тенантозавры. Давайте попробуем найти кого-нибудь и прибиться в стаю. Я вот, кстати, начинал здесь на болотах, и здесь очень страшно, потому что здесь рядом неподалеку бегали большие стаи ют. Вот, слышишь, да, они кричат? Это довольно-таки опасно. Кстати, вот те самые болота, здесь кругом обитают одни юты. Так, мне нужно найти стадо Тенонта, которое здесь неподалеку. А, ну что из изменений особо здесь произошло? Да, знаете, пофиксили и немножко исправили какие-то ошибки, провалы, движения, какие-то ошибки в механиках. По-моему, вот насколько я знаю, да, исправили воду. Посмотри, как здорово, теперь можно плавать и не ходить по дну реки. Давайте напоим нашего Тенонта. Так. Отлично. Хорошо, все хорошо, но вот крики ют меня, конечно, убивают. А, насколько я знаю, изменили систему валяния в грязи. Давайте сейчас посмотрим это. Так, нежится наш Тенонта в грязи. И посмотри, видишь, грязь прямо-таки наносится на его шкуру. Ну, для тех, кто не знает, для чего это нужно, это чтобы не оставлять за собой никакие запахи. Но когда мы спускаемся в воду, естественно, вся грязь с нас смывается. Сейчас мы тогда выплывем вот на этот берег и валяемся вот здесь в грязи. Тут полным-полно тенантозавров, и нам нужно... как можно быстрее к кому-нибудь из них прибиться. Потому что эти юты на болотах довольно-таки достаточно опасные. Так, ну что ж, давайте пробежимся. Я надеюсь, юты на меня не нападут. Так, что у нас по росту? О, да мы почти выросли, здорово. Ой, посмотри, какой маленький Тенонтик, посмотри. Милашка. Так, ну давайте попробуем сопроводить его до остального стада. Малыш очень что-то, я смотрю, раскричался, и это очень опасно. Такими движениями он сейчас приведет сюда огромную стаю тех самых свирепых ют с болота. Хотя, если бы юты хотели бы, они бы уже накинулись на нас. А еще я заметил, что, знаете, можно очень хорошо наедаться с травы. Ой, посмотри-ка, еще один маленький Тенонта. Так, отлично. Ну, уже такое, знаете, стадо более-менее становится. Ну, правда, нам бы еще бы пару фуловых Тенонта. Да. Крики ютарапторов на болотах сводит меня с ума. Давайте, наверное, насколько максимально можно сейчас наедимся. Кстати, я заметил, как Тенон-то постепенно растет. Так. Шо? А сколько у нас, подожди, битфорс, меня интересует. 0,3 ньютона. Ну, наверное, это какая-то ошибка. Наверное, скорее всего, 300 ньютона. Тенон-то, ты что, прилег спать? Кстати, да, ребят, давайте я вам покажу систему сна сейчас. То есть, как можно уходить с сервера. Вот смотрите, просто мы ложимся, нажимаем
Еще раз кнопочку H, и мы вот таким... Сейчас, подождите, стой, стой, стой. Опасности пока особо нету. Но приходится все время смотреть в оба. Нажимаем, и вот таким образом, смотрите. Вот таким образом мы будем уходить с сервера. Видите, пошел отсчет. Так, ладно, время не для сна. Нужно вставать. Пойдемте найдем, наверное, сейчас остальное стадо. Кого-нибудь покрупнее. Пойдем за мной, малыш. Не отставай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот и юточка. А вот и юточка. Так, она атакует малышей. Малыш, отойди, отойди, малыш. Отойди, малыш. Боже, ой, боже. Как все пролагивает. Просто ужасно. Ну давай, подойди, я тебя пну. Подойди, я тебя пну, давай. Да, мне кажется, нанесли небольшой урон. Отойди, малыш. Ну зачем ты так стоишь? Отойди. Так, по-моему, Юта получила тоже. Еще удар. Не, ой, блин, я, мне показалось, как будто Тенон-то был ранен. Так, у нас, по-моему, у нас убили малыша. Боже, мы потеряли маленького Тенон-то. Да, вот эти пролагивания, конечно, это очень тяжело с ними играть, я тебе скажу. О май гад, мы погибли, да, у меня кончилась вся стамина, к сожалению, блин. Ну, при таких, конечно... При такой просадке FPS пока что очень тяжело играть. Но ничего страшного. Ладно, давайте пройдемся дальше. Давайте пройдемся вдоль берега. Дальше пробежимся. Попробуем найти, вновь найти какое-нибудь стадо Тенонта. Да, все-таки я заметил, что насколько сильнее Ютараптор Джув против Джува Тенонта. То есть я нанес ему, ну сколько я ему дал? Две силовухи, по-моему, и у меня быстро закончилась вся стамина. А Ютараптор, не прекращая, просто бил меня, напрыгивал и пытался убить. Ну, в принципе, у него это и вышло. Все-таки немножко пока все забаговано, немножко неудобно играть. Так, давай поваляемся в грязи немножко. Сразу резко поменяли окрас. У меня собака так тоже валяется на земле. Мне нравится атмосфера. Вот знаете, вся вот эта озвучка мира Эвримы. Она просто прекрасна. Как будто ты сам находишься где-то в густых лесах. На природе. Это очень здорово. Но бывают такие моменты, бывают такие места, здесь я заметил, что вроде бы вот она глубь леса, да, ты заходишь, сначала бы вроде озвучка есть, а потом резко все прекращается, ты слышишь только себя. То есть мир как будто какими-то границами здесь оживлен, озвучен. Ну и что мне до сих пор, ну, не нравится, я, конечно, понимаю, что это новый остров, как бы новый такой райский мир. Пангея, я не знаю, или что это. Вот, но слишком уж много растительности. Я уже говорил неоднократно это на стриме по Эвриме и других видео. По Тайл Эврима также, где мы играли на Ютарапторе, на Тенонта. Слишком много растительности. Я не знаю. Видимо, Донди просто, знаете, так накидывал от балды везде, куда только видел. Любое... Свободное место, любую пустоту заполнял. Боже, мне нравится до сих пор, как кричит малыш Тенонта. Но больше всего меня поражает, как кричит малыш
Юта Раптора, знаете, как будто ширинку застегиваешь такой звук. Вы представляете, да? Ну, то, что поправили воду, это хорошо, да? То есть ты видел, что мы плыли по воде, они шли по дну, как было до этого. Это очень хорошо, и как бы анимация, когда ты находишься под водой, даже немножко, если сравнить с обычной The Isle, она здесь намного лучше выглядит. Я еще заметил, что тенантозавр очень-очень прожорлив, а по мере роста еда требуется еще больше нам. Что, ты не сможешь здесь залезть на склон? Вроде бы раньше как ты проходил спокойно, но это раньше. Сейчас немножко поправили и исправили. О, представляете, друзья, когда будет здесь искусственный интеллект тиранозавра, это будет невообразимо. Да, я сам офигел, когда узнал, что появится этот монстр, да еще и искусственным интеллектом. Боже. Как мне написали в комментарии под обзором по дорожной карте, боже, что курили разработчики. Так, у нас где-то вон там, я вижу по никам. Тенантозавр. Вот, конечно, будет здорово, когда добавят все-таки систему групп. Будет намножко удобней. Ну, я думаю, что это будет все равно происходить все через тап. Иначе, если вот так вот бегать во время и на слух определять игроков, это, ну, конечно, я понимаю, это да, интересно, более так оживленно, да, но немножко неудобно. Ох, какие мы большие и страшные, посмотри. Так, ну мой рост тенонта был не такой, это уже адолтовский тенантозавр. Скажу так, ребятки, что некоторые все-таки проблемы The Isle остались, я имею в виду Эвриму. То есть какие-то проваливания в текстуры, они до сих пор здесь есть, присутствуют. Так, давайте пойдем за взрослым Тенонта. Я думаю, что вот этот Тенантозавр точно сможет уже дать отпор тем ютам на болотах, если мы пойдем обратно на болото. Кстати, у меня еще есть пока время проститься. А что он вынюхивает, мне интересно. А, наверное, воду. Либо воду, либо какие-то кусты. Да, идеальным осталось еще и то, что здесь до сих пор бывает выбивает сервера. Только что со мной это случилось. Вот, кстати, посмотри, весь мир сейчас затих. Как я и говорил, какими-то отдельными локациями. Где-то озвучка есть, где-то ее нету, непонятно, черти что. И я потерял взрослого тенантозавра. Так, я еще заметил, друзья, что когда мы едим траву, мы немножко увеличиваем мышечную массу, немножко рост у нас ускоряется. То есть, просто как бы, да, мы утоляем голод и жажду там. А, то есть голод здесь все-таки влияет на рост. Поели, немножко добавили в росте. Да, есть такое. Так, ну что ж, ладно. Мне кажется, что до болот я сейчас не дойду, потому что там такие убогие склоны. Там было такое место, где, ну, просто можно легко пролезть. Ну, слушай, опять эти убогие склоны. Здесь выход-то вообще есть. Там вообще сейчас попал в такую щель, что я скатился как на лыжах, короче. Это надо было видеть. Я уже оббежал вообще пол пляжа, наверное, пол карты. Но выхода я так и не нашел. Так, опять где-то маленькие ютарапторы. Вот малышей ютарапторов я бы сейчас с удовольствием попинал. Сойдемся хэтчлинг на хэтчлинга. Так, ну все-таки, ты знаешь, маленькими прыжками, ну, я уже чутка подрос, и маленькими прыжками все-таки можно забраться на склон, но здесь опять тупик. Здесь опять тупик.
Да что за фигня? Так, ну, в принципе, я уже, скорее всего, не жилец. Мне уже требуется вода, я сейчас начну терять жизнь. И это вообще очень весело, я тебе скажу. В общем, мы так и будем тут лазить по этим склонам. А, и это невероятно, меня уже сводит с ума. Да, все, у меня уже, короче, пошел экран. Давай, да, вот, подожди-ка, стой, подожди, вот здесь есть какой-то проход. Ну, навряд ли опять я куда-то выйду. Хотя, может быть. Что так быстро растет экран смерти? До воды мне уже явно не добраться. Болото у нас где-то в центре прям карты. Ну, давай. Ну, я только что же проделывал такие маневры там внизу. Вот смотри, вот. А, вот. Обошел. Все-таки смог. Просто на таких маленьких склонах он не может прыгнуть и пройти. Да чё за фигня? Нет, реально, слушай. Неужто мы поднялись на этот верх? Да, мы поднялись наверх. Найду ли я воду? Скорее всего, уже нет. А, ну, давай понюхаем. Да, сейчас будет жестокая смерть. О, нифига, как палка тут прям передо мной, смотри, это самое прорисовалось здорово. А еще на мне появились кусты, когда я бежал там по склону. А вот и вода, по-моему, да, вода, но она далеко. Давай попробуем добраться, второй экран. Да, реально обидно, мой тенон-то помер. Так и не дойдя до воды. Здорово, вообще просто классно. А Тенон-то у меня уже был Джувиком. Уже наполовину мы выросли. О, нет, пока это не для меня, ребятки. Судите, короче, сами, играть во Вриму или нет. Я думаю, пока нет. Ну, я просто давно не играл во Вриму, поэтому я решил зайти, посмотреть, так, что вообще тут изменилось, и почувствовать ту атмосферу Вримы вообще нету. Ладно, ребята, жми пальчик вверх. Обязательно подпишись на канал, поставь колокольчик. Всем пока, ребятки. Увидимся лучше, наверное, в обычный The Isle. Пока-пока.